Друзья, всех приветствую. Потек мне на левом заднем колесе тормозной цилиндр. Я купил и решил все это дело поменять. Заодно я думаю, ну и колодки поменяю тормозные, и колодки тормозные купил. Вот сейчас откручиваю колесо, поддомкратил, съездил, купил. Обошлось мне все, я купил два тормозных цилиндра, один на запас и комплект колодок. Также купил жидкость чистящую. Сейчас мы будем снимать барабан, вкручиваем болты. И посмотрим, что там у нас внутри находится. Начала пропадать жидкость тормозная и педаль тормоза проваливаться. Потом загорелась лампочка. Я понял, что у меня потек тормозной цилиндр задний. Вот, да, вот все тут, все в тормозухе, все в грязи. Он течет, течь тормозного цилиндра, но от этого никуда не деться. Снимаем АБС-овский диск, откручиваем цилиндр, сначала трубку тормозную от цилиндра откручиваем, отсоединяем. Жидкость будет капать, поэтому надо одеть какую-нибудь на нее трубочку, ну, как бы заглушить, чтобы не лилась. Я одел трубочку, мне она была, и заглушил. Все, снимаем колодки, пружинки сначала все отсоединяем, отвертки отсоединил, и снимаем колодки. Такие они все, они в принципе еще могут ходить, но я уже купил новый, поэтому буду ставить новые колодки. Все это мы дело убираем. Все откручено у нас, тормозной цилиндр откручен. Вынимаем, сейчас вынем тормозной цилиндр. Сзади там два болтика на 13, который крепит тормозной цилиндр. Я их открутил, все это планочки, тут все такие между, вынимаем все, вот тормозной цилиндр. Все вынули. Теперь надо будет как-то поставить на новые тормозные колодки одну планочку, которую я снял со старых колодок. Вот такие колодки, вот такая вот планочка. Сейчас мы ее будем ставить. Она стоит на правую сторону. Колодки с АБС с прорезями. Вот такая планочка у нас. Я со старой снял. Здесь такой шплинт. Ставится потом шайба. И она шплинтуется. Сейчас мы все это соберем, как было. Эта штучка нужна для ручника. Тяга. Поводок, за который тянет ручник у нас. Все устанавливаем, как было. Шплинтуем, сгибаем усики. Все стоит на месте. Можно ставить, собирать. Сейчас сначала надо почистить все это дело, промыть, потому что все тормозухи, в грязи, почистить, промыть, протереть тряпочкой. Я купил вот промывочную, вот сейчас я ей обработаю для начала, и потом буду скоблить всякими отвертками, щетками, и потом все это протрем дело, чтобы нормально все собралось, было все чисто и культурно. Также все в диске, в барабане, все это надо будет почистить. Короче, все чистим. Так что
Вот такая вот меня постигла на 32 тысяч километрах течь тормозного цилиндра. Менял первый раз вообще. Ну, надо, когда просто нужно какое-то упражнение. Вот решил не ехать в сервис и поменять самому. Просто было интересно, как я с этим справлюсь или нет. Сейчас я все почищу и все соберу, как было. Как, и как надо, не знаю. Потом проверим, как будет все. Потом, на правой стороне я тоже поменяю просто колодки, потому что там стоит у меня все, вроде течи нету, а тормозные колодки новые есть, поэтому придется их поставить в другую сторону. Все очищаем как следует. Еще раз промываем. Жидкость для очистки сцепления и тормозов. Ну, как раз от тормозной жидкости, чтобы все было нормально. Все протираем, чистим, подгоняем, ставим на место. Потом все как снимали. Устанавливаем тормозной цилиндр. Все последовательно тормозной цилиндр ставим в него, потом вкручиваем тормозную трубку, все подсоединяем. Короче, как все разбирали, так и все собираем. Потом вот установил все тормозные колодки, все поставлено, все диск АБС, и ставим барабан. Все уже заранее тоже почищенные. Просто все это снимать не особо интересно. Чистим, промываем, также все протираем и устанавливаем барабан на место. Ну и все, сейчас все вроде собрано. Сейчас закручиваем последние два шплинта, два винта, вот эти направляющие, которые держат барабан. И у нас будет все готово. Потом прокачиваем тормоз, потому что в тормозном цилиндре у нас был воздух, чтобы прокачать. Прокачиваем тормозной цилиндр, чтобы тормозная жидкость вылилась. Качаем. Ну, тут нужен еще второй человек, который качает, а ты просто откручиваешь, он накачивает и держит. Ты ослабляешь штуцер, жидкость вытекает. И потом опять затягиваешь ее и опять качаешь. И так несколько раза три